Приветствую, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня буду открывать вот такую небольшую ссылочку, даже не психологическая ссылочка, а какой-то маленький конвертик, маленькое как письмо. Но здесь оно маленькое. Здесь должна быть цепочка. Не знаю, я посмотрела у одного продавца, он продает разные цепочки, браслеты. Ну, вижу так отзывы хорошие, что оно, ну, конечно, это не серебро, а там какая-то, не знаю, какая-то смесь металла, но говорят, что хорошо держит, красивые, да, но на картинке они очень красивые. И, в принципе, не так быстро чернеют. И стоит вот это, за то я дала где-то в пределах $1. И просто интересно было попробовать. Я просто хотела там повесить там одну штучку на себе и купила красную нитку, ну, нитку вместо того, чтобы повесить вот этот один кулончик такой, но давайте, что не могу отрезать, ну, знаете, нитка есть нитка, а покупать серебряную цепочку еще одну не хотелось. Решила, думаю, ну попробую вот эту обычную цепочку. Не знаю, какая она. Хорошо, желуди. Еще мешочек дал продавец. Тут продавец даже я не поставил, когда я покупала смарт-часы, даже не поставил ни пупырышку, ничего. А этот, смотрите, какой хороший конверт с пупырышками. Еще поставил в подарок какой-то такой мешочек, что можно себе здесь вставлять цепочки, можно что-нибудь поставить, такой мешочек и вот такая цепочка. Ну, не знаю, будет она чернеть, не будет, но попробую, поношу, не знаю, посмотрим. Но вижу, отзывы очень хорошие, некоторые уже пишут, что покупают уже не первый раз, что им нравится, у них там разные, и длина разная есть, видите. Такая цепочка, такой узор я взяла. Видите, она достаточно длинная. Такая длинная. Сколько сантиметров, я не знаю, не могу сказать. Ну, в принципе, не знаю. Посмотрим. Видите, она такая, ну, я думаю, вам видно, какая она здесь идет. Такой узор. В принципе, я знаю, что такой узор, он действительно крепкий. Да, это работает. Вот, смотрите, какая цепочка. Ну, посмотрю. 316. Да, какая-то пишет какие-то цифры. Как у нас проба здесь 316. Ну, не знаю, говорят, что неплохо. Узор неплохой. Я бы сказала, что она такая золотистая. Она уже какая-то как сероватая. Может, более под черный, но попробую. Если не сильно почернеет, то можно ходить, поставить какие-то временно какой-то кулончик. Попробую, не знаю. Интересно было попробовать. Но там есть действительно такой узор, очень красивый, такие как плетен, как она как заплетает, не знаю, как оно, такие разные. Есть маленькие, есть тоненькие, есть более грубые, такие плотные. Есть такие средние узоры, так заплетаются, так. Но я оставлю ссылочку на продавца, может, кто-то хочет, кому-то будет интересно, то посмотрите, я вам ссылочку оставлю. Ну и все, друзья, на этом буду заканчивать. Такая маленькая посылочка, хотела вам показать, думаю, вдруг, может, кому-то будет интересно. Все, друзья, до новых встреч, пока!